Народ, всем здорово! Сегодня у нас 1 августа. Выбрались с Андрюхой на сплавчик. Трехдневный сплавчик у нас будет от Чумакова, от моста сейчас приехали на автобусе. Думал, конечно, будет сложновато, ну, в принципе, нормально. Вещички запихнули, доехали, можно сказать, с комфортом. И идти недалеко от моста тут с Чумакова. Так что сейчас собираем лодки и будем выплывать. Плывем до Путивля. В понедельник к обеду где-то планируем причалить в Путивль. И там тоже придется вещички трошки до центра Путивля, до автовокзала потаскать. Ну, тоже такое, в общем. Так что собираем сейчас вещички и выплываем. 7. Пока радует погодка, замечательная, настроение хорошее. Так что думаю... Рыбка тоже будет. Сегодня в обед планируем ушичку сделать. Мы планируем? Да, планируем. Если рыба Все будет... Все знают про наши планы. Да нет, думаю, поймаем. Какую-то рыбку поймаем по-любому. Ушичку сделаем. В общем, все, друзья. Собираем лодки и выплываем. Оп. Оп. Все, друзья, отчаливаем. Мы выплываем за рыбой. Щука, окунь. Тут такие затончики, он здесь сейчас где-то станем, порыбачим. Я поставил вертушечку, мэп-строечку, Андрюха будет на воблера твичить. Посмотрим, как оно будет. Была поклевочка, походу окунь. Вот это, друзья, это прикол. Да, жерех долбанул уже под лодкой. Я уже выматывал. Такой жерешок на вертуху долбанул, вообще не ожидал, конечно. Вот он, первый жерех на сейму. Вертушечка, мэп, строечка. Вот такой красавец. Конечно, мелкие, такого отпустим. Да, стой, не дергайся, тихо. Сейчас выпущу, стой. Красавец, ну плыви, дорогой, спасибо тебе за поклевочку, догнал. Вообще выскочил, я думал окунь, а там, блин, жерешок. Прикольно. Все, друзья, собрал сразу второй комплектик, блюбердик свой. Тут такой перекатик, как раз вот перед перекатом жерешка взял на вертушечку, сейчас поставил чабика, возможно, на чабика долбанет. Вертушка цепляет траву, как бы ловить не особо комфортно, а вот поверхностная приманочка должна сработать. В общем, буду пробовать на жереха. Жерех есть, ну мелковатый походу. Ух, вот это есть поклевочка. Ах, сошел, блин. Что-то хорошее долбануло на перекате, на чабика. Блин, плохо засекся. Возможно, тоже был жерешок небольшой. Ну, перекатик сработал. Есть рыбка. Загоняют такие экземплярчики. Походу дальше там серьезная движуха. Андрюха набомбил окуней. Сейчас будем ушичку варить. Мелких отпускаем, а крупных берем. А что мелкая есть? Нам трех вполне хватит? Да три, я думаю, да. Ну тогда вот этого что еще. Или давай 4. Ну, я как раз 4 на уху этот. По одному крупному и ну, по одному мелкому. По 2 в рыло. Все, друзья, причалили, в общем, на такой пляжик типа.
12 часов дня. Сейчас ушичку сварим. И, наверное, трошки отдохнем, переждем ветер, потому что плыть невозможно. Встречный ветер, особо как бы, ну, плыли, не рыбачили, просто проплывали места. Тут такие широкие места. Сейчас вот на такой полянке забазируемся, сварим ушичку. Классное местечко такое. Люди, видно, тут отдыхают. Умывальник, тапочки кто-то оставил. Вот такая ушица получилась, друзья. Сейчас будем дегустировать под музычку Киша. Друзья, в общем, подобедали. Сейчас он ждем, походу, или переждем, или что-то непонятное. В общем, сунет какой-то серьезный фронт. И, походу, дождик нас накроет. Трошки. Так что готовимся. Ух, зарядил хороший. Наш, блин, объектив. Вот дерево у нас тут особо не капает. Мелкие капли долетают. Короче. Не, ну все хорошие, да. Все такие, блин, уже дебелы, я бы скажу. Че, друзья, выплываем. Дождь закончился. Ребята повылазили уже, скутеристы. И мы пойдем погоняем сейчас рыбку. Друзья, нам вообще что-то не везет сегодня с погодой. Опять залупил такой серьезный дождик. Пережидаем. Да, дебелый долбанул. Не, ну да, не вот именно летом лупасят дождики, как бы недолго, но уверенно. Догнал, догнал. Что ж это там такое? А ну давай, давай, давай. Давит. Ну покажись, покажись, покажись. О, голавлик. Грамм 250. Там походу стайка их. Ну такого можно на ушичку, в принципе. Завтра или на жареху пожарим сегодня. Колебалочка, вот. Сработала все-таки. Лунная ночь. Поставил и пошло дело. Вот голавлик. Так, в общем, друзья, причалили на такой вот пляжик. Сейчас где-то часов 7.30, уже около 8, наверное. Будем уже готовиться на ночевочку. Сейчас костерчик распалим, будем мясо сегодня жарить. Такое вот местечко здесь. Будем или там он отдыхать, или сюда вот спустимся, чтобы ветер не дул. Вот тут такой затишок. Вообще будет классно, замечательно здесь. Погодка что-то сегодня такая. То дождь, то солнце, то ветер, то, короче, непонятное. Так, обустроили вот так лагерь. Андрюха будет спать на лодке, потом поутру спросим его ощущения, как спалось. Я в палаточке своей одноместной. Классная такая поляночка, небольшая, уютная. Здесь вон макарошки у нас варятся, правда уже выбегают он. Надо трошки газку меньше сделать. И как раз Андрюхины носки сушатся в тему. Супер кадр. О, процесс идет, шкварчит.
Друзья, доброе утро. Просыпаемся потихонечку, 6 часов. Сейчас распалим костерочек, кофеечку, трошки выпьем и будем плыть уже. Бомбить трофеи, жерехи на 200 грамм. Ну что там, Андрюха? Андрюха вот так сегодня спал в лодочке под клееночкой. Говорит, бомба. Надо будет попробовать как-то. Оба. Ах, сошел. Не, не сошел. Есть. В корягах стоит голавлик. Такой. Грамм 200. Если не уйдет, заберу. На жарех. Даже 200 нету, наверное. Хотя, нет, 200 должно быть. На жареху возьму. Колебалочка сработала. Конечно, с клевом вообще очень слабо. Что вчера, что сегодня. Такие голавлики, и то еле-еле удается поймать. Так, в общем, друзья, причаливаем на такое местечко, прикольное местечко со столиком. Сейчас мы находимся рядом с Харевкой, селом. Сейчас Андрюха пойдет в магазинчик за провизией, водички возьмешь трошки, да? Водички. А я пока этот займусь приготовлением макарошек, наверное, сварим и рыбку пожарим. Плыть еще много, так что времени мало. Вот такое, друзья, местечко. Столик сделали. В прошлом году не было этого столика. Классное место. И как ни странно, оно свободно. Рядом люди отдыхают. Но здесь будем отдыхать мы. Все, друзья, поставил вот котелочек закипать. Андрюха пошел в магазин. Сейчас трошки провизии возьмет и воды еще. Не хватило нам где-то литра полтора. Как раз доберет воды. Уже придет. Макарошки, я думаю, сварятся. Потом еще на углях пожарим на сковородочке рыбку. Подобедаем хорошенько и поплывем дальше уже. Вот, друзья, такая получилась замечательная штука. Макарошки с тушенкой, точнее даже тушенка с макаронами. Мяса много, макарон мало. Сейчас еще рыбки пожарю на вот этой вот сковородочке. И будет четенько. Или Чумакова, или Путилова. Так ты в Зиново, походу, ходил? Ну, то ли в Зиново, да, походу в Зиново. Утро. Все, друзья, выплываем. Подобедали. Дождик закончился, погода вроде настроилась. Так что должен клёв быть, будем надеяться. Андрюха поплыл первым. Сейчас минут через 5 я за ним буду плыть. Ух, вот тут долбанул. Ух, что-то хорошее. Главль хороший. Чабика. Тихо, тихо, тихо. В кукан не надо. Ух, килушка, наверное, есть. Килушки нет, но бойкие, конечно, такой.
Грамм 600 голавлик. Это уже что-то. Чабик сработал. Поверхностный. Здесь такой красавец. Наконец-то хоть что-то хорошее влетело. А то вообще не клюет или одна мелочь. Вот, друзья, опять сунет какая-то шляпа. Скоро, походу, долбанет опять дождик. Будем сейчас искать местечко, где спрятаться можно. Да, друзья, зарядило такой. Снова дождик хороший. Стоим с Андрюхой тут, пережидаем под деревцом. Фрикциончик попущен, наконец-то щучка клюнула все-таки. Ух, и хорошая вроде. Вот это да, это она. Стой, 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 в кукан не надо, тихо, 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 тихо. Ух, нифига себе. Вот это мамка, походу. Под вечер клюнуло все-таки. Полторушечка где-то. Сотый, храпуля. Храпуля работает. Давай погуляй еще, погуляй. Тихо, тихо, тихо. Блин, зашла в траву, ё-моё. Выходи давай. Вышла, вышла, вышла. Это хорошо. Ну такая, кило 700, я думаю, есть. Ну, бойкая щука, конечно. Ух, наконец-то клюнула, вот она. Тихо, тихо. Храпуля. Сработал. Во, бля, храпуля, соточка. Такая сейчас сразу взвесим, интересно, сколько весит. Не, кило 400. Я думал больше. Не, ну такая бойкая вообще. Есть поклевочка. Ух, тихо, тихо, тихо. Ну, вечерком щучка расклевалась. Небольшая. Ух, красота. Такая тоже грамм 600, наверное, есть. Да тихо ты, хватит свечки тебе делать. Ух.
Да, такая грамм 700 есть. Щучечка. Тут же ж воблер храпуля сработал. Все, народ, причалили на ночевочку уже такое местечко. Помню, в прошлом году мы здесь ночевали, как раз напротив того места, где сейма речка Любка вытекает. Сейчас сварим ушичку, сделаем бабочку нашу фирменную, запечем рыбу или голавлика, или щучку, посмотрим, сейчас выберем. И будем на сегодня уже отдыхать. Такое местечко классное здесь. Ну что, друзья, вечеруем. Андрюха картошечку режет. Сейчас ушичку сварим. Рыбка уже замаринована. Будем на углях запекать. Кстати, этот надо колышки. Пошел я на колышки сейчас. Хотя, может, не колышки, может, два брюна положить вот так на брюна. Можно, там, ну, там, в принципе, есть еще, типа, как уже пеньки. Ну, я понял. Друзья, вот такой получился шашлык у нас. С этой стороны подгорело, но это так и надо. Вы не смотрите, что подгорело. Так и должно быть. Она легко так отдирается. И под шкуркой такое нежное мяско. Класс. Вот такой шашлык получился. У Андрюхи один и у меня один. Народ, доброе утро. Начинается уже последний завершающий день нашего сплава. Сегодня у нас ранний подъем. Правда, думали в 4:30, но проснулись в 5. В общем, распалили уже костерчик с вечернего жара. Остались еще там угольки. Сейчас кофеек заварим. Что-то перекусим быстренько и в путь. За сегодня нам пройти надо где-то примерно 6 километров до обеда, желательно это сделать. Плюс течения особо нету в этих местах, так что придется, наверное, прогребать. Классно, сейчас утром такой туманчик. Вода парует. Прохладненько, честно говоря. Свежо. Свежо, да. Друзья, выплываем. Начинаем жесткий твич. Сейчас будем щучку бомбить. Часов где-то 6:30, наверное. К 12. Надеемся доплыть к Путивлю. Погодка вроде замечательная. Небо чистое. Будет жарко, походу, сегодня. Хотя все может измениться резко. И дождик налетит. Ух ты, есть поклевочка. Что там? Окунь. Да, окунь хороший. Еще за ним один и шел. Опа. Иди сюда. Вот такой акушарик на воблер. Ух. Такой грамм 150. Хорош. Тихо, тихо. Заглотил нормально. Храпуля и окуней ловит. Красавец.
пуканчик посадим. Подплываем к Путивлю. Собор в Путивле. Течения нет. Здесь рыбы тоже нет. В Путивле всю выловили. Так что на веслах прогребаем сейчас к месту финиша. Уже недолго осталось. Что, друзья, сплавчик закончен. Собрали вещи, идем уже в центр Путивля на автовокзал. Такая дорожка, идти вроде немного, там 1.5 километра где-то, но постоянно вверх. В общем, сплав получился зачетный, мне понравилось. Хоть особо рыба не клевала, первый день пролетный практически, второй, третий тоже, а вот второй нормально получился денек рыбный. С погодой тоже не особо повезло, как бы дожди шли. Ну, в принципе, нормально, не жарко. Так что такая получилась рыбалочка, такой сплавчик. Все, начинаем превозмогать. Андрюха, он тоже впереди идет. Потащил баульчики свои. Фух. Я с кравчучечкой. Все, друзья, всем пока. До новых встреч.